Приехали в автосалон, блядь, а Константин на рабочем месте отсутствует. Ох, эти блогеры, не сидится им дома. Здорово, братан, как дорога тебя не позвала еще? Так позвала уже, все, домой собираюсь. Так, Константин, ну давайте, как у вас? У нас лучше всех. Подписчикам хоть привет передай. Всем привет, привет. Ну что, чаем напоите меня сегодня, нет? Какой барин пришел. Да, у меня, кстати, педалька скрипит, это входит в гарантию? Нет, это не гарантия, все. Вы поменяли диски на нештатные. Да? Все, да. Как там Евгений на гарантию рассчитывает с такими колесами, я не знаю. Я только что еду, короче, от Виталии, и Женя за грибами уехал. О, блядь, телефон у меня упал. Женя, короче, уехал за грибами и попросил меня съездить, посмотреть, что там Виталий делает. Я, короче, сейчас ездил, и там, получается... Раздатку еще видел, точили. Видел. Женя говорит, наверное, Костя не будет против того, что у нас с гарантией это. Костя, я говорю, завод, я думаю, не очень оценит. Но на самом деле, что нового у вас? Ничего нету? Да пока ничего нету. А? Давай чай попьем сначала. Привет. Расскажи, почем сейчас у нас УАЗики? Цене нынче. В цене? Да. От скольки начинаются? Тысяч? Нет. Смотрите, ребят, очередь стоит за УАЗиками. Еле-еле пропихнулся. Опять пришел в салон, где людей нет. Представляете? Что это такое происходит? Кстати, вот новое поколение УАЗиков. Это 21 век. Даже 22, наверное, уже. В принципе, как бы, ну, если честно, ничего не поменялось. То есть все осталось так же. Вот. Наглядно можно сравнить, допустим, только цвет другой. Так, в принципе, все то же самое. Резина такая же. В принципе, ну, двери такие же, ручки такие же, как на буханке. Ну и по салону, в принципе, тоже ничего не поменялось. Как в буханке, все как в буханке. Вот так вот. Вот, все сравнение. Короче, кофе я когда сломался, я тебе могу так налить, не попрощавшись. Не попрощавшись. Мы до сих пор в Атлантавто находимся. Сегодня заступаем в ночную смену. Видите? Костян, давай расскажи, пожалуйста, сколько сейчас машины, вообще какая цена начальная вот за Патриот, самый дешевый Патриот, сколько стоит? Ну, интересно людям. Затрудняюсь себе ответить. На сегодняшний день у нас самый доступный, это 819 тысяч рублей. 819, да, так. Это предыдущая комплектация Classic Fleet идет, то есть с предыдущей на механике. Версии двигателя, с предыдущей версии переднего моста, все, что выше, уже, соответственно, идет с обновленным двигателем. Сколько самый жирный стоит сейчас у вас? Ну, жирное, опять же, понятие растяжимое. То есть, ну, допустим, вот тот белый, который идет уже с багажниками, там резина грязевая. Это самая минимальная комплектация, только там навешано как раз таки багажник, лестница, резина, диски. То есть он 911-300 стоит. Если же мы берем максималку, то есть, ну, надо рассчитывать где-то на 1 200 000, наверное, если максимальную комплектацию. Вот, еще расскажи, пожалуйста, про эти, про автоматы. Сейчас у нас получается с автоматами, есть УАЗик самый дешевый, сколько с автоматом стоит? Да, стартует цена 1 034 000 рублей. Так, 1 034 000 самый дешевый. Да, комплектация Optium. Но Optium. Какая хитрость, опять же, от нашего дорогого завода. То есть завод, к сожалению, не дает заказывать машины без каких-либо дополнительных опций. А это значит, что как минимум по ценнику 1 034 000, ну, навряд ли можно что-то купить. То есть, как минимум, это противотуманные фары и там подогрев лобового стекла, либо еще что-то будет. А это плюс в цене. То есть, рассчитывать где-то на 1 060 000, 1 070 000, наверное, придется. А максималка сколько сейчас на автомате будет? Вообще, вот цена какая у завода сейчас на сегодняшний день? Ну, 1 268 000 – это комплектация статус идет, то есть это максимальная комплектация, если в расчет не берем спецверсию. Спецверсия, которая ограниченная партия, Edition One, так называемая, 1 298 000. Ну, короче, 1 300 000 самый-самый. Ну, приближенно, да. Ну, как бы сейчас у УАЗа тенденция такая, что самый-самый еще может набиваться дополнительными опциями. То есть такие, как
лебедка, такие как... Багажники всякие, там, фокопы. Предпусковые подогреватели. Есть одна хитрость с августа месяца. На патриоты, на пикапы перестали устанавливать заводы брызговики. Теперь они переходят в раздел дополнительных опций. А как техосмотр проходить? Но об этом уже история умалчивает. Что, реально на пикапах не будет брызговиков? Уже есть машины, которые с августа с производства уже пришли без брызговика. Ну, без брызговиков. Самые минимальные версии, которые называются Classic Fleet, уже идут с неокрашенными бамперами, с неокрашенными расширителями колесных арок, пороги не окрашены. То есть такие автомобили уже пришли как раз без задних брызговиков. И причем хитрость, да, ну, от завода какая, помимо того, что нет брызговиков, нету кронштейнов, на которые крепятся эти брызговики. Если вы знаете, там кронштейны идут. То есть доп-опция, короче, получается. Доп-опция, и самая хитрость, например, на Патриоте. Чтобы поставить эти кронштейны, надо снять задний бампер. И, соответственно, я так понимаю, комплект брызговиков с установкой будет выходить, ну, примерно 1000-3500. Нормальная тема, кстати. Хорошо, продвигаемся. Огонь, огонь. Все, как мы любим. Нас, как говорится, а мы крепчаем. Мы же русский народ. Да? Ну и больной вопрос. Почему автоматы-то назвали, Костя? Может, хотя бы намек какой-то нам дашь? Я вам не могу сказать. Информации от завода нету никакой. То есть люди в интернете, я так понимаю, сами все прекрасно знают, в кавычках, да? То есть зачем кому-то что-то объяснять? Ну, автомат и... у вас пришел? Машина пришла автоматная? Нет, у нас по плану они должны прийти в октябре месяце. То есть пока... Когда подписчики у меня на канале увидят от меня тест-драйв и... мою реальную оценку именно коробки автомат, когда будет Патриот? Ну, я думаю, это будет октябрь месяц. Октябрь месяц? Конец, начало? Ну, надеюсь, что ближе к 20 числам. Какого года? Ну, вот это вот уже история умалчивает. Ну, короче, ладно, ждем тогда автомат. Ну, по крайней мере, все по плану, то есть у нас никакие машины не отзывали, то есть все, что по заводскому, скажем, порталу числится, изменений никаких не идет, то есть как мы должны машины, первые в конце сентября сойти с конвейера, так в плане они и стоят. А сейчас заказы у тебя есть вообще на автомат? Есть, у меня два клиента оставили предоплату на лимитированную, так скажем, версию Edition One, то есть две машины, которые нами заказаны, уже они под предоплатами. Угу. Но они придут раньше, чем придет тест-драйвная машина или нет? Ну, тестовая машина уже должна со дня на день быть готова, так скажем, на заводе. Вопрос остается только отгрузки, а те машины еще не готовы. То есть они примерно где-то... То есть тестовая будет раньше? Ну, они где-то, наверное, вместе все равно будут, ну, отгружаться. Понял. То есть пока об этом не могу Ну, то есть сказать. Так или иначе мы по-любому вам покажем автоматного, прокатимся. Назад пути нету. Да, расскажем свое впечатление. Ну все, это был Алькаш ТВ, давайте подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.